И сегодня у нас распаковка двух посылок сайта AliExpress.com. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. И первая посылка будет вот эта. Разрезаем. Здесь у нас спиннер. Спиннер из такой вот гемокса. Тяжелый, пластмассовый, с металлическими этими утяжелителями. Ну и крутится он легко и прикольно. Ну, впрочем, по-обычному, ну, все равно. Такой вот спиннер. Ну и что ж, вот следующая посылка. Разрезаем. Здесь у нас что-то в коробках. Здесь кабели. Три кабеля. Сейчас, в общем-то, один мы вскроем и посмотрим, что там. Мини-инструкция. Или это что? Это рекламка. И голубенькие кабели. Нет, это не. Нет, он должен быть разбитный цвет, нет. Ну тогда нужно все посмотреть. Первый, голубой, длинный. Сейчас второй раскроем. Опять же таки, мини-рекламка. Розовый. И последний, еще одна мини-рекламка. Ну и застрял черный. Черный кабель. Ну что ж. Сейчас все кабели назад запакуем. Ну и запакуем наоборот. Рекламки каждого. Еще. Ну все. Это вот такие вот сегодня были посылки с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы заканчиваем.